Дети, давайте раскрываем ваши подарки. Новый iPhone! Ура, спасибо! Моя любимая, все для тебя. Почему у нее iPhone, а у меня карманный словарь, который ты мне уже до этого дарил? Потому что в этом году твоя сестренка училась на одни четверки. Я каждый год отличница, иду на красный аттестат. Она даже в школу не ходит. Все время вы гуляете, развлекаетесь без меня, пока я учусь сижу. И ты меня ни разу не похвалила. А младшая, у тебя это все уже было. Нет, у меня этого никогда не было. Прекрати, будешь умницей и тебе подарю. Хорошо, я буду лучше стараться. Мама, ты сможешь это прийти на мое выступление в школе? Помнишь тот танец, который я 3 месяца учила? Вот завтра буду выступать. Нет, мы завтра идем с папой к твоей сестренке в школу. Будет читать стих, наша гордость. Но мам, там будут все родители. Ну отлично, будет кому на тебя посмотреть. Азиза, можешь дать свой телефон? Я хочу одновременно смотреть на своем ноутбуке YouTube и записывать видео распаковки моего нового телефона. Нет, у меня кроме моего телефона ничего больше нет, поэтому иди возьми свой старый. Быстро дала ей то, что она хотела. Она же все-таки младшая. Спасибо, мам. Кстати, сколько ты за тот тест олимпиадский получила? 100 из 100. Лучший балл в классе. А, ну нормально. А я 40 из 100 получила.